Мы на месте. Мы приветствуем Эдмонду, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Визуально что-нибудь мешает сканированию? Но она неестественная какая-то, как голограммное свечение. Хорошо, голограмма подсвечивается красным цветом, видишь, и четко и ясно. Она очень тонкая, полный рост. Сканер, просканируй сейчас эту голограмму, разрежь ее, отключи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, выведи их из биополя вместе с этой голограммой, отправляя в клетку-тюрьму. Голограмма на уровне сердечной чакры у нее. Готова? Отправляю в клетку, даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Эдмонды под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Эдмонды, находит все. У нее арахноид небольшой вышел сразу. Арахноид, да. Голограмме притянулся рептилоид. Два Грея. Два Грея, хорошо. И Джин у нас синий. О. 29.71. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто попытается обманывать или не исполнять мои приказы, пожалеет. Даю команду тонкой копии Эдмонды спроецировать все энергетические и сферические каналы к арахноиду, рептилоиду, двум Греям, их голограмме и Джину. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все негативные патогены, низкая вибрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Эдмонде. Усилий потоки в 50 раз. Итак, Джин, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Джин, бедный Джин, отовсюду его гонят. А вот и здесь всего-то полгода какие-то. Продержался, опять уходить надо. Опять эта замечательная песня Джинов, я ее обожаю просто. Когда я ее слышу в этой комнате диагностики, наверное, уже раз 200 слышали. И золотые Джины стояли, и синие Джины стояли, очень высокие Джины стояли по цифрам. И тут нам попался самый бедный Джин из всех остальных. Из всех вообще. Позволь остаться. Не позволю. Ты знаешь, почему мы здесь находимся. Ты пришел в чужое биополе. У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Нет, даже не успел заключить контракт. Нет контракта, соответственно, ты здесь незаконно. Кроме того, Эдмонда попросила нас аннулировать все договора, все контракты и вывести всех сущностей из ее биополя. Сколько он сказал, он присутствует, Вера? 6 месяцев. Рептилоид, 2 Грея. Как долго вы присутствуете со своей голограммой в этом биополе? 1 год и 8 месяцев. Какая цель вашей подключки этой голограммы? Что вы собирали? Какой-то эксперимент? Что вы делали? Изучение эмоций, но не всплески, а их усиление. Значит, вы усиливали какие-то эмоции. Какие эмоции вы усиливали? Разные. Ну, это мне мало. Положительные и негативные? Положительные. То есть это была не радость, а сверхрадость? Или как радость, сверхрадость. До сверхрадости пока не включали. Но это была цель, да? Все вы... идет постепенно. Увеличение до определенного уровня. Я объясняю Эдмонде этот скачок энергиями. Как сильно вниз, так и сильно вверх. Это потеря энергии. Тем самым выплескиваете энергии через эту радость, которые они увеличили, вы теряли свои энергии. Как ни парадоксально это звучит, но это так и есть. Или я не прав, рептилоид? Не совсем так. Поправь меня. Я уже сказала, что это без всплесков. А, без всплесков. Здесь радость, да, личная и радость, перенесенная в голограмму, объединяется, так как тела синхронизированы. Как у нас с реверсом, Вера? Закончит. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Эдмонда забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Эдмонда себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Сколько арахноид присутствует в этом биополе? 4 месяца. Ты в квартире подключился? Да, есть. Значит, кто еще из вас присутствует в квартире? Рептилоид, Грей, Джин? Джин присутствует, у рептилоидов есть плата. Все присутствуют. Ревер закончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Джин, выходить тебе не надо. Втягивай в себя всю свою пыль, отключайся полностью, ничего не забывай. Доклады о готовности к проверке. На него на руках и на ногах пыль. Собирай. Пока. Готов. Грей, что-нибудь осталось, что я еще не вытащил? Осталось.
У нее на шее какая-то отдельная голограмма, то есть это контроль голоса, Хорошо. речи. Сканер, отключи эту подключку, выведи ее из биополя, как она выходит, отправляется этот контроль в клетку-тюрьму. Она запоминает ее фразы, голос. И повторяет, да? Полностью копирует ее голос. Вывел он? Да. Арахноид, выходи, собирай всю свою паутину, отключайся полностью, ничего не забывай. Возвращайся назад. Но у него немного паутины, он вплел пока только начал, в области, да? Лоб и ниже, вот, где волосы начинаются, как водок такой вплел он уже. Головные боли были, мигрени, каша в голове, что из этого, давление? Нет, и только забывала иногда что-то. Хорошо, а от вашей голограммы Грей рептилоид, как она ощущала, какой дискомфорт на физическом плане? У нее грудь, расширение было в груди от эмоций иногда. Больше, хорошо, чем нужно. Понятно, она наверняка знает, о чем идет речь. Он говорит, что это не эмоция, это чувство. То есть ее изнутри чувства распирали. Он снял арахноид? Да. Дай команду на рассинхронизацию Эдмунды с арахноидом, рептилоидом, двумя Греями и голограммой, и джином. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Джин, арахноид, я сейчас открою вам два портала. Вы пойдете в квартиру, соберете все, что вы оставили там на своей чистоте. Я приду, проверю и отпущу первый раз вас на вашу чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается два портала. В квартиру Эдмунды. В один уходит арахноид, во второй уходит джин. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь рептилоид, два Грея. Год и 8 месяцев сидели в квартире, еще остались платы. У них голограмма находится в клетке тюрьме и ошейник какой-то, пульт на шею. Посмотри, они собирали какие-то, делали ее копию, эмоции, эмоциональную. А мы заберем все, и подключки в том числе. Благодарю тебя. Готово. Поехали дальше. 1, 2, 3. Хорошо, Эдмунда, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно, умеренно радостный, сбалансированный, гармоничный. Отлично. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И после этого сразу переходим к чистке вашей квартиры. Квартиру Эдмунды ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Да, здесь. По всему периметру в одной из комнат. Входи в квартиру. Клетка установилась. Здесь большой арахноид и маленький рядом. Дальше синий дракон, джин, бес. Есть. Все. И платы Греев. Платы Греев подсвечиваются в этой квартире. Вещи четко, ясно. До спальни. Открывая внизу воронку в галактическое ядро, под этими платами срываю их. Летят в галактическое ядро на переработку в первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Арахноид, арахноиды. Вы все собрали? Да. Готовы уходить? Готовы. Больше в эту квартиру не приходите. Вам понятно, да? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо, джин, ты все свое собрал? Собрал. Найдешь новое место обитания, не переживай. На твоем месте. Да занято все. Да ладно, я тебя прошу. Я что вижу, что не все занято. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте джина. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, расставляя. Самый бедный джин. Готово. Какой у нас синий дракон? 24,85. Ты давно в этой квартире живешь? Месяцев 6. Хорошо, синий дракон. Выходи, снимай свои платы, где они стояли. Отключайся полностью и возвращайся назад. А здесь место, как рабочий стол, комната. Да, там он сидел. На потолке у него. Все снял. Синий дракон, перед тем, как я тебя отпущу, я хочу получить от тебя слово синего дракона, что больше никогда в эту квартиру не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Какой у нас бес? Что там?
7-8 прыгает. Переходишь с 7 на 8? Да. Без. Давай сделаем так. Сейчас ты выходишь, собираешь прежде всего все, что ты раскидал на своей чистоте. Сеточки, одеялки, комочки, все, что в квартире на твоей чистоте ты собираешь. Докладываешь о готовности к проверке. Второе. Ты мне показываешь в этой квартире все порталы, я их закрываю. После этого я тебя собираю в дорогу весь негатив, который находится в этой квартире. Устраивает? Да. Выходи, собирай, докладывай. А у него нету много, у него лежит такой, как ковер перед входной дверью. По-любому, как входишь в квартиру или выходишь, теряешь энергию. Оставляешь, или... а он подбирает. Ну, можно и так сказать. Снялся. Хорошо, пошли по квартире, показывай. Говорит, что нету много порталов. Здесь окно какое-то перед входом в спальню, с левой стороны портал. Видишь его? Да. Открывается внизу воронка в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Дальше. Он проходит дальше в спальню. И в спальне там еще одна комната и большое зеркало. Оно вот. Стоит напротив окна. Да, да, да. Которая в спальне. И, значит, здесь идут такие, как воронка энергии от окна. Они как ветром колышутся, но это не портал. А зеркало, оно портал. И в какой-то момент эти энергии объединятся, это будет один большой портал от окна в зеркало. Вот. Хорошо. Под окном и под зеркалом внизу открываю воронку в галактическое ядро. Порталы туда засасываются на переработку в первичную энергию вместе с их фантомами и частичками. Все, до 100% выходит на переработку. Закрывая печать и растворяя оба портала. Готово. Все. Хорошо. Все. Возвращаемся к клетке. Даю команду. Значит, риска эмоциональной энергии, эмоции, мысли и чувств. Два шара космически чуть больше эмоционально. Космическим под ним открываю воронку в галактическое ядро. И космический уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Бес твой шар забираешь? Да. Отправляю бесу. Готово. Найди себе новое место обитания, все здесь буду запечатывать. Все понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй и ставь огненную пентаграмму. Готово. Под клеткой открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.